Главное для меня будет победа, это когда я буду уверен, что... Я на войне еще с 14 года. Слава Украине! Это группа разведчиков, ну и не только разведчиков, которые просто делают свою работу. Проезжал через пункт пропуска. Я сказал, доложите, Кирилл Кириллович. И он так долго выговаривал мое имя, а потом сказал, тьфу, Кадванов есть. И вот с тех пор как-то раз, и так оно к нам прикрепилось. Это убивают людей, врага уничтожают. То есть никого не уничтожил, реально день прошел след. Больше уничтожу их я, тем меньше они потом будут стрелять в моих. Два поранення, одне в ногу, одне в голову. Тому що зранку треба знищити москаля. Якщо так кожен вооружений сил України так же кожен зробить, і у кожного второго хоча б вийде, то за недельку вже, смотри, може все і закінчиться. Головне для мене буде победа, це коли я буду уверен, що моєму сину, якому там зараз 8 років, не прийдеться воювати в 20-25, як я прийшов на війну.